Что, полетели? Здравствуйте, рады приветствовать вас на нашем канале. Вот мы и закончили дом, который показывали в видео. Вот, пойдемте посмотрим. Вот такой получился немаленький дом. Пакетная обвязка из досок 200 на 50. Стены из бруса 200 на 150. Очень интересная крыша на два отдельных склада. Отсюда. Показать. Вот такая крыша на два отдельных склада получилась. Дом в один этаж. 100 с чем-то квадратных метров он жилой площади. В целом вроде получилось все неплохо, заказчики довольны, ну и мы тоже соответственно довольны. Вот уже все прибрали вокруг дома, переоделись, собираемся уезжать. Напоследок вам видео снимем. Вот с этой стороны мы вам показывали, как выглядела обвязка. И вот с этой точки стартовали мы, когда показывали кучу бруса. Вот что именно получилось из этой кучи бруса. Вот такой миленький домик. Никаких сложностей, в принципе, с ним не возникло. Построили быстро, за 3 недели. В принципе, тут рассказать больше о нем нечего. Все остальное вы видели в видео, как он строился и что с ним делалось. Всем добра!